ты. Ой, не тот. Чей это, Твинкс или уже? Пятая карта, 72 карта. Кто самый жесткий здесь, РТДШ? Лем? РДДшники, ханты. Добро пожаловать! Запустил босс. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направит... А два выбора можно таскать, нет? Два выбора, один с хэм, один с обычкой может. Ну да, да, я за это. Он может выпадать. Вот, поэтому он мне андроном уходит. Хорош. Я гоню. Я ж друида походу буду одевать. Нахера тебе друид? А нахера гильдии друид на самом деле, блядь? Я бы ханта одевал, но там у него ката маленькая. Даже этот ДК лучше агродер, чем Алисами. Жаль, она не слышит. Где у нас ШЗ? Пьёл, твою мать, в самом низу. Ниже, сука. Сейчас я тебе покажу силу, подожди. А Герш будет, да, сейчас? Я жду свою Герш. Так, у кого-то эта тринька есть, как у этого у царя. Даргент. Не Даргент. Короче, у кого-то. Даргент это Ретвик. Угу. Ого, ликом 29к, хорош. В воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Okay.
А, Шпыня, да? Шипение туда. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Кто там уже босса запустил, сука? Нихуя, даже шкуродера нету. А, есть один. Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Есть КД на Зуламан. Последний босс. Ага! Получилось! Чего так и не убили? И перед всем лапом. КД на Зуламан. Второе, что? Ну, пан пишет. Пан пишет, есть там КД на Зуламан. Мы тогда прошли полностью. Нужно попробовать за Зулам. Свич ворота, блять. Сука, побежали все к ним, блять. Бичи гол. А, кто-то отведите бот. Вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса!
Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Тотемы уберите. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Ой, нахуй Fire Resist, ты что? Emulate Improved. Мы на работе постоянно этой хуйней заебываем, блин. Какой нахуй дуэль, блядь, со мной давай дуэль. У меня таунт на КД одну секунду. Таунт КД одна секунда, даунт. Да ты дура, говорит, у тебя нет огнеборова, прости, я такой кричит. Напомнил. 39-40, если что, включать. Первая часть. Этот вайс показывает. Ебать, включал ржаунды. Там что-то еще говорит. Зачем вы этой дури дали танчи? Говорит. Мастер, что-то закрой, ебало там. И тип какой-то такой, закрыли все, ебло. Элрей кричит, зеленый, зеленый. Элрей. Там вчера было все по тактике. О, я не знаю, как мы вчера, конечно, и ласта убили, блядь. Просто 6. Ты видел, сколько там луж было, нихуя. Я что-то вспоминаю, как кто-то говорил, да там скатов неважно сливать, там это что-то... Как на таунте, такое. Там, говорит, скатов неважно сливать, можно и так бить, все обосрано в луже. Микстурка, не веди туда босса, он заивейдит. А куда мне его вести тут, везде лужи? На самом деле, он может заивейдиться, если с платформы ее нахрен вниз свести на лестницу. Потому что там баганые текстуры. Я одного этого... Да... Этого, Страйдера, ты сам видел. Как он выходит. Ну, Страйдер, из текстуры, да. И хрен его заберешь. Ёб твою мать. Чё там? Не знаю, хила пизди. Ромбик. Притяните ромбик. Блин, у меня бомж на бездействии был, ё-моё. Бомж на бездействии? Он видит, он? На подсобии, блядь. Как так? Блядь, где ромбик? Его нет. Да притяните ромбик, его нету, блядь. На кого пиздим, блядь? О, Алису пиздим. Алиса Лунапарт. Это лучшие представители Орды. Кого-то убили. Кого убили? Дрогляй. Ник, прочитай, блядь. Мастер, ой, боже.
Что такое? Они все на пане, что ли, сагрились? Не знаю. Сейчас пойду к пану. Я ему рогу еще сейчас приведу. Они все на шамане, блядь. На друля. А если я бомжей дам, ничего? Попробуй. Всем... Сейчас попробуем. Ромбик. Я локоны. Ромбик бей. Ромбик мертвый. Блядь, похуй. Бомжи к вам побежат. Бомжи такие бегут. 67к нахуй съебанного этого для победного района. Дал локовского пета за контроль. Ой, блядь. Чё ж тут за серый-то такой, блядь? Бомжи в кого попал, блядь. У тебя максимум 78к, блядь. Беги, малышка, беги! А похуй, лок фулл каст прокастил, даже никто сбивать не хочет. Чё, сбить надо? Ну давай. Да уже по касту. Все играют, кого хотят. Мы тут, короче, миликов убьем, я так думаю. Смотри, сбиваю. Хорош. Ебать, это блядь, циклон. Я рывком сбивал. Я циклоном сбил. Нормально сбил, да? Главный результат. Дезориентированный, все. Вон на кого бог пошлет, ебаш. Зафирял, понял. Сбиваю. Ладно. Сука. Ты хотел сказать, я добиваю на. Зато сбито, ебать. Тоже не сбивают. Как их еще учить? Ах, выпало ему. Меня ударили. Ударили? Да, блядь. Дай им сдачу нахуй. Пойду похилю тебя. Пиздец. Сейчас я ворвусь. Первый раз вижу у Фулика такие цифры на этом боссе. Ну. Кровожадность настакал. О, кровь. Да, вы забрали меня. Вы чё, там в соло почти делали? Я тут только ДПС разогнал. Пока только бурсты прожал, да? Ну, Гаргу вызвал там все дела. Гагу? Леди Гагу? Да, Леди Каку у нас. Такой как вызвал Леди Гагу. Чава сидит в мисторке по столом, ему там яйца лежит, блядь, он вот так. У мисторки и яйца, ты чё, блядь, говоришь такое? У меня пещера, у меня яиц нет. Блядь. Да, блядь, стенки этого, блядь, пещеры облизывает. Ебать, а чё я медленно хожу, блядь, что за говно? А чё нажать-то? Покинуть гильдию, ну. Alt F4, все пройдет. О, персональное принадевание, нахуй, он ролл, блядь. Лишь сплотившись, вы сможете пройти. О, слышу, я сегодня друида одену. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети. О, мой любимый босс. Крылатые вестницы короля. Блядь, что за... Это мы, блядь.
Блять, не упал мой топор, сука. Один уже ворвался. Двое вообще-то. Двое. Самое главное, что сейчас мастер себе ствина Берда, блядь. Не дам. Ты чё, блядь? Опа, я еще и на первом, вообще круто. Все, кто должны были быть на первом месте, упали нахуй. Ебать, первый лик смерти, потом идет автоатака, потом удар плети. Просто же скачет. Чума же у тебя, удар плети вообще на пятку. Меня перехилили два хила. Грид, вот этот паладин. Как они одеты, ну-ка. Ебануться. 264 паладин. Ну это нормально, да, что перехилят? Вот этот грид. Ну-ка. А, тут шаманы перехиливают, они же шманы. А, ну хули. Весь, ну, тринька вот эта, ебать. Травма, ебать. Хули бы не перехилить меня, блядь. Сокеты, смотри, какие здесь. То ли у меня там, блядь. Знаешь, как у него на сот, блин, блядь? Этой твинькой, нахуй, шаманы. Лям 280к, нахуй. Лям 200, нахуй. Так я вообще 5000. Ой, сука. Будет тебе такое испытание. Друиду надо такую триньку, да? Она отход не прокает. Почему? Она только директ хила, то есть соло таргет,
Под Т5 друида зайдет. Обновление прокает у этого, у царя обновление и вот этой, блять, молит. Обновление у него прокает, там сразу моментально идет хил. Ну вот восстановление будет прокать, от покровительства будет прокать, от быстрого исцеления будет прокать. Покровительство будет прокать, целительного будет прокать. Ну целительного смысла нет. От спокойствия, походу, будет прокать. От спокойствия, да. Ну это, скорее всего, восстановление надо будет кидать. Есть же какой-то символ, да, на него? Хуй его знает. Где-то я видел. Как бычий голос. Видишь, где написано, он кнул. Хуй его знает. Падением, как же. А вот какой-то символ целительного есть. Сокращает на 1,5 время произнесения. Ману затраты снижает. Но она меньше хилит зато. Так бы брехня, короче. А вот символ, символ восстановления. Если оно будет висеть, если ты его типа обновляешь, и прок тринки будут обновляться, и усиливаться будет восстановление на 20%. Нормальная тема, кстати, через такую фишку. Саджира, иди, иди рыбку похавай. Я тебе похавать принес, братишка. Хорош, Микс. Так я этих мобов лил. Так, а там? Я, блин, стаки себе заработать, а не боссы сажали. Стаки заработать, слить нахуй все проки. Ну ты молодец. Да это фигня на проки. Сейчас знаем, что будет, если сферу в вихрь кинуть. Ну попробуй. Невосприимчивость. Что будет? Я гроз сорву, блядь, что будет? Невосприимчивость. Предсказатель. Дай БР с тобой. Короче, в каждом рейде надо, блядь, делом танками искать себе друида. Второе окно, блядь. С личным БРом. Надо макрос уже написать. И назвать друида дефибриллятор. У нас девочка одна была, тоже в медицине работала. У нее там ники, короче. Дефибрилляция, пальпация, блять. Еще там что-то. Хуя махинация. Прохожу насквозь. Можно шарик притянуть? Где шарики есть? У тебя своих нет, что ли? Нет, таких нету, эти синие. В принципе, если по яйцу ударить, я думаю, тоже посинеет, но... У тебя ж пещера. Ну, блядь. Яичная пещера яиц. Тебе это максимум крикнуть в пещеру. Ау! Так, ау! Путаница, что-то не то с ней. Не выжил немного. Что, БЛ? Шера. Давай Шеру быстрее. Хорош. Там кошков, наверное, налет, да, поставить. Почему-то не получается. Да, танчи его тут. Молодец, сейчас он закопается. Автоатаки не проходят.
У меня нету раги, какого хуя? Это баги. Escape нажми опять. Но... Не, раги с вами. О. Один закопался. Хорош. Sirius.su. На арене заебись. Второй закопался. Знаешь? Он, блядь, в луже закопался. Нет, ты видел, ты видел? Ну нахер. О, еще вылезли. Бомжей давать, что делать? Давай, давай. Может они хоть как-то сейчас так блять, ебать. Ебать, 4 жука. Да, 4 жука. Так. Это все так, почему? На одного окова. Потому что давайте Геру, жуков похер. А зачем Войда слушать? Ё-моё. Лучше будем дураками и вайпнемся еще разок тут. Мы в два танка, да, идем? Короче, угу. Друид держал не на луже. Он не на луже держал, и вот который у тебя там, не знаю, кто его держал, почему он закопался прямо на синей луже. Или но он на краю стоял, вот. Луже потом не закопался. Ну, наверное, тактику надо написать людям. Да и не спихнуть сейчас. А он с иллюжина, Флойд. Кто? А чё, блядь, как им тактику писать, на? Мишка танк наш. Они сейчас пошлют. У него звание твинк, на. Так, твин. Так, что-то у него тут. Это вот этот Гуллер Хал, да? Джиллен Холл, блядь. Гуллер Хал. Джиллен Холл, блядь. Джиллен Холл. Напиши ему. Так, да я спехнусь, короче, да и все. Ой, вставай. Джиллен Холл. Шо такие пишет? Мафи, ты долго будешь еще лежать? А мне долго будет резать? Да сейчас не шокнут, я говорю, я в танк спектру. Проживем чуть дольше. У меня больше нет личного бэра, пизда. Ну давай я буду босса держать, а эти пусть трэш держат, да и все. Чес, полетел, ебин. Да, сука, мразь. А чей он нахуй, Твинкс? Да я не ебу. Гебик. Гебич. Или как? Далбич. Со всех персов ебану ЧС Додика. Зайду сейчас на другого перса, подождите, бля, ЧС кину на... Додика, бля. На лужу не поставил, блядь, трэш. Чё, кто-то ливнут, наверное. Мастер, ну давай не будем кота заезжать. Ну, сейчас будем держать и на лужах, и блядь, в бассейне, где нам. Все, отъебись, это он тебе написал. Кикай его нахуй. На РЛ написал, пидорас. Будь ему не отдавай. Чего, пока недолго ты в иллюжинах побыл, на. Чес мне кинул пиво. Так он там никто, нахуй. Ну, если, блядь, его так тактику, блядь, знает, нахуй, что я.
даже не сомневаюсь. Слышишь, ну бля, кто бомжей дал? Ну вот, надо теперь корги дать. Давайте больше этих жуков. Ну у меня не стоп там так, мастер, просто я жуков забирал. А я подшведу, понимаешь? Давайте на жуков, жуки, 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 жуки. Куда зачем, они их повели? Зачем ты свел? Зачем ты свел? Ай, мастер, пиздец. На, у нас Мишка, мудак, я забыл. Нас. Даже там он не имеет юзать. Блять, он белёк. А, вот в чём прикол. А я на фул нахуй этот, блять, поломанный. Ну туда не раз, я себя играю рулем. Хиль рейд. Давай БР там себе. Я тебе поставлю джипсет, ты будешь бить. Ты все понял, блядь? Давай, рессы, рессы. Даю БР, ставь джипса. Хорош. Ставь джипса, где он? Вон он. Стоит он, блядь, справа, сука, глаза разуй. Давай, чини. Вот, 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 я прыгаю, вот джипс. Мосс обставалку. Следующий жук, жук, жук. По дороге жук, жук, жук. Жука возьмите. По дороге черный. Жуков беет. Беет жуков, беет. Три жука. О, нет. Беет жуков, беет. Сука, он вышел со льда. Сейчас он будет закапываться. Нет, повезло. Пронесло. Сука, он вышел со льда. Сейчас закопается. Смотри. Ебануться. Что происходит? Блять. Хорош. Такого я никогда не видел. Это виртуозное исполнение. Я сегодня весь топ видел похоже, там пизда. Да, там танк ДК был, блядь, походу, первый раз в жизни вообще. Танк ВАР, который тоже был первый раз в жизни. Заебись. 4 часа. Пора друида кикать с рейдена. Заебись, вода. А чё он делает? Да нихуя он не делает, он даун. Вот он же стоит, что-то тончит. Он барака бьёт, да? О, зарывание второе. Я уже давно так не ходил. Не, он на гроне держит варов. Да просто... Не, просто, просто мне он нравится, тебя, да, тоже в ЧС со всех персов кинет, да и все. Чисто за то, что он в ЧС меня кинул, кикни его нах. Блядь. ЧС, говорит, дебил, блядь, нихуя себе. И нахуя. Да просто можно заскринить этот рейд, блять, какой он долбоёб, нахуй скинуть или уже заставил, какой ему там пёс. Всё, земля тебе пухом, братишка, бегите нахуй, там скорее. Бегите, беги. Run. Беги, Форест, беги. Пал, чё ты этот братишка не нажал даже, баб. Ну, растерялся, походу. Уходи, да бомб. Похуй, а друид, дайте блядь, бомб, дайте поедем, бомб. Дайте, хоть, сука. Говно. А мой друид стоит. Блять, паладин не нажал баб. Жучанские вышли. Языкапу зарылся. Ёперный, посмотри теперь где. Ну да, сейчас он был на луже, кстати. Какая-то лужа баганая. Так, переходим на другую. Третья фаза. Сейчас мы его убьем. У нас все впереди.
Я вот смотрю, на строительный фонд захиливается. А, ну, нормально. Это 8 Mortal висит, так что отлично все. Сейчас посмотрим, кто хилит. Так, пока что хилит малая волна исцеления. Ну так, Сережка там хилит и все. Я знаю, что метки надо хилить. Там 14к, но этот дает танку, считай. Вот, Дим. Цепуху ебашит. Это я, бля, сколько времени пролежал, нахуй. С поломанным шмотом, блядь, я второй по ДПСу. Заеби. Тебе Дживс оставили. Бляш, до этого брил, блядь, желтым шмотом. Некоторый чуть красный был. Даже не заметил. Опа, давай. Поехали. Не захилили, да? Ты его с автоатаки ударил. Ну да, не смогли захилить. Чего, Грора ты срывал? Да, это уже написано. Мили. Видишь, мили. Это автоатак. Так, теперь гильдейский, рольте весь шмот не на друида. Господи, кританул по нему. На кого? Ну давай тишине. За Анроль. Анроль мне этого. Скипетр Анрул. О, натуре. Нахуй ему так говно? 50 голд, ты чё ты? Или ты про скипетр? Я не про скипетр. Мне оказывается нету места в сумке. А скипетр у меня есть. Хорош. Скажешь, как утешение будешь ролить? Роли за АП. Это у меня 3 не блять. На 128 интеллекта, сука. Ну и заебись, ты сразу готовый к Т5 на друида. Ну бля. Ну да, в натуре. Через года 3, наверное, пошлю, ебать. Да. В дальневосточном статике. Ой, как это бомж трофей там выиграл. Ладно, дам бомжу. Ты ему трофей дал? Да. А, все хорошо. Парольте, умоляю, утешение от меня, ё-моё. Кто-то. То в натуре 128 интеллекта как-то, ё-о. Этого мага вообще можно где-то там этот лутануть через вход на лут, и все перебросить, не знаю, пришел какой-то, блядь, там кинуть через хуй, да вообще кикнуть с рейда, блядь, бил, все отлично. Ну чё, кару попробовать. Вот смотри, ему даже... А, нет, видишь, уродит. Может, ну его нахуй этот груль магик сегодня? Да не нафиг. Хватит с этим выходить. Может, я же говорю, сейчас в кару пойти одного босса луснуть, да и все. Тяжело этого убивать, Миксур? Молчезара? Не. Там надо помочь. Эту хуйню мне пора. Нихуя, что это такое? На сову? На Эрдру, блядь.
Ну так ты сролил. Это чё, почему? Вара, так и забирай на вара. Скажи, на друида ролил. Бля, я эту хуйню себе за... Типа, ролл кидают. Ролл. Сука. Ты этого жука себе оставишь? Да он обоссанный, жук этот, некрасивый, у меня есть такой. Я б забрал. Да вы заебали, дайте мне друиду, шмот нахуй. Твари ебаные, блядь. Третья ката рог, нахуй. Чё он это ролит, блядь? Пошёл на. Дурачок. Нихуя себе. 90 хат, стыдно. На транс. На транс, дурила, блядь. Сука. Ой, блин. Кидава. Ничего не знаю. На транс, нахуй. Меня кинули на транс, типы, блядь. Там его чуть на форуме кинут самого, нахуй. А штаны я ролил, не? Кожа. Это все? Еще что будешь? Есть еще. Ты че, кота там одеваешь или че? Я одеваю все, что есть, нахуй. Да, так утешение не одевай там, ладно. Заебал. И то мне друид-то вроде уже нормально хилит. Ну вот эту на интуист сменить. Должно быть нормально. Блять, как там много шмота. Беспонтового. Чё будем за Карла решать или ничего не будем? Можно спать идти. Я бы потанчил. Так, заебал. Ну нахуй. От тирака. Заебал, ты все нарвал, так. Давайте, роньте, блядь. Ну, как? Да сколько уже занарвал. Бычьи головы. Какие головы, заебал? Головы кидай ровно. Головы кидай ровно, заебал. Кто-то кидайте ровно еще, сука. Да давай сюда, ебать. Турбо пойдет. Ну, турбо этим пойдет. Пусть маленькие. Не знаю, кто это. А, это, блин. Хантка. Электрошар. Натуре челик. Войд. Лена пойдет. Буешка ролим. Где буешка? И на Ливане, а ну. 10 нормально. Да че у меня за друг такой везучий? Двое 78. Чё вы там так ролите? Так. Мастер, ты пойдешь в Харугер на одного этого пиздюка? Посмотрим. Там у троих было 70. Пиши, я забыл сказать, что два анролла в этом данже. Три. Серега. Боешка и это. Скипетр. Ебать нахуй, сука. Предложение такое, сколько смысла в нем? Ебать нахуй. Ты чё, народ вроде бы есть. Ну я на мага захожу. Там мне такая делать нефиг. Не, это не надо. Забирай.
поезд забирать, тело забирать, блин, блять, какой-то там собачки есть. Ой, блин, только лидера дай. Угу. Вообще, наверное, надо было мне собрать. Я сейчас отдам, какая разница. Да не, не, надо заново пересобирать, потому что зайти не сможем здесь. Пропасть.